Всем привет, с вами Алекс Ки. Сегодня мы готовим кексы. Для того, чтобы их приготовить, нам понадобятся формочки. Также я воспользуюсь готовой смесью для кексов, которую я купил в Ашане. Стоит она немного. Формочки я приобрел в Metro Cash & Carry в отделе выпечки. Если вы предпочитаете силиконовые формы, можете воспользоваться ими. Итак, начнем. Берем смесь, высыпаем в миску или кастрюлю. Затем добавляем воду. Производители готовых смесей очень любят экономить на добавках в виде изюма или других наполнителей, в зависимости от того, какую смесь вы покупаете. Поэтому я решил добавить немного цукатов. Еще у меня есть немного изюма, который я купил в магазине «Пятерочка». Ну а кто-то может добавить шоколад или орешки, как вам больше нравится. Теперь наша основная задача состоит в том, чтобы все это тщательно перемешать. Никаких комочков. Надо быстро мешать. Быстрее. Еще быстрее. Если у вас получается мешать быстрее, чем у меня, то напишите в комментариях. Мешать я люблю обычной вилкой. Она удобнее, чем ложка. Итак, тесто у нас готово. И теперь мы берем формочки. Подсолнечное масло и начинаем смазывать их для того, чтобы их было проще вытащить. Вообще, многие повара и кулинары рекомендуют использовать подсолнечное масло вместо сливочного или спреда. Подсолнечное масло не дает запаха, если оно рафинированное, как в моем случае. Формочки у нас готовы. Берем тесто и начинаем выкладывать примерно по 1 столовой ложке в каждую форму. Приготовление кексов не трудоемкий процесс. Занимает это примерно всего 5-10 минут, плюс выпекание. Ну а мы отправляем наши кексы в духовку примерно на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. А на моем канале недавно я рассказал, как приготовить изумительные пирожки с картошкой. Посмотрите обязательно. И вот у нас получилось вкусные и ароматные, а самое главное, свои домашние кексы. Всем желаю вкусного чаепития. Ну а если тебе понравилось это видео, ставь лайк, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Всем удачи и пока!